светофор, поэтому. Да. Да. Все изменилось, как все это выросло. Ну, трава, как это, стала же красота. Пусик, пусик. Нет, я сейчас как укажу, собаку тебе не пусик. Давай, все, пусик, нам... Собаки пусиками, явно. Пока пусик там у нас ждет, кто там будет сегодня, поле или... Смотри. Мы заниматься. Вероника и Владимир. Пойдем. Хорошо. Быстрее. Не. Там, видишь, уже. Я думал, она уже готова была. Она еще. Она в будку пошла, я не знаю, где она. Спряталась, наверное, от нас. Лошадь спрятана? Не, Вероника Владимировна. Видишь, они уже здесь. Классно. Да, угу. Вон он. Уже он. А вот он ушел, видно, поменялось. Жара сейчас загорает вообще. Яр. Здесь прохладно, Шарас. А здесь шлем? Ну, возьми. Ну, что я возьму потом? Побегу. Все, поехали. Наш юный Д'Артаньян. Нам надо шапочку. Пером, да? Да. Во. Очень аккуратно, потому что сейчас мухи начали кусать. Да, да. Мы будем отгонять и от поля, и от него. Да, мы уже договорились. Просто смотрите, да. Вы удержали его, она может резко дернуться. Я понял.
Потому все, пойдем, да, а то это... там понервничал очень. Снимай шапку. О, молодец. Мокрый, вспотел? Пойдем. Все, пошли. Все, спасибо огромное. Все. Все, идем. Он научился, да? Все ждут, все хотят. Все красавцы. Он просто не увидит потом, уже знает, что делать. Ой, упал. На. На, аккуратно, кладите с мамой. Аккуратно, пальцы только смотри, пускай мама. А ты придерживай потом. А со стороны просто держи, чтобы она... Ага, все, вот. Молодец. Обижены. Почему? Ну да, яблочко, да, может, яблочко. Ты не знаешь, что такое сухарики? Ты держи просто, ага. Вот. Ну дай. Ну вот старенькая. Угу. 2007. Так это тоже старше, да, 13. Угу. Она, наверное, не знает, как это. Я не знаю, как это. Век я золотой, знаю. Век золотой, я не знаю. Ну, хозяева, поле. Ты поле занимает, подходи, вот брось вот туда, в корытко ей. Туда, ага, аккуратно, аккуратно, еще ближе подойди. Аккуратно подойди туда. Вот там. Давай, с другой стороны. С другой стороны. Угу. Да. Еще. Надо подать, ну дай, пускай. Ну, положи аккуратно. Аккуратно. Им тяжело, я понимаю, такой этот. Бывает. Ты положи ее в эту, маленьким концом в эту сторону, да. И поближе туда ей. Ага. Собрал. Молодец. Ну все, пойдем. Все, руками не пихать. Погладь нос, ничего. Ой, блин. Да, я сухарю внизу. А, сейчас подниму. Пошли еще, посмотрим. В школу, сейчас я позвоню, спрашиваю. В школе. Будет она сегодня, не будет? Яра полез, все, эмоции его захлестнули опять. Уже завтра как-то, это снять толстовку. Ну, а без толстовки, потому что боялись, тут что там мошки. И может быть, мытье. Да, здесь очень много сейчас насекомых. Лошадку вывели. Угу. Все, мы покормили всех своих. Поле оставили. Здравствуйте. Так, девчонки, вот Сима у нас. Ничего с ней не будет, не переживайте. Ни то ни теплового, ни солнечного удара. У нас с утра мы открываем балкон. И она то вот здесь лежит, то там, когда солнце ей ходит. Конечно, да, очень жарко, очень душно. Но закрыто здесь не бывает практически. Кстати, цветочки, видите? Ага, кто-то уже пожрал. Вот Сима. Сима уже закусила. Вот что за животное? Вы переживаете за Симу? Вот за цветы надо переживать. Причем, что хороший цветок, она мне его пожрала. Ой, Сима. Так что ничего, я вон жив-здоров. И не надо перегреть, а теплового удара сдохнет на балконе. Она сама знает, где ей лежать. Так, мы немножко передохнули. Угу. Сейчас в школу. У нас кто он? Психолог. Психолог. Логопед приболел. Поэтому приходится. Чел! Хотели на троллейбус, но там полный. И он старый. Да. А в старом это в задней части, и там не пролезешь, и нет. Все уже расцветает, все уже красота становится. Но я тут обратил внимание. О, а это вообще красавчик.
Моднючий. Мы не будем говорить, откуда он тебя съехал. Да. Да. Красота вообще. Все как быстро, мгновенно расцвело. Да, все уже. Вообще жара. А тюльпанчики твои, смотри, сейчас поближе подойдем. Которые... Что они в таком состоянии, смотри. Тогда они что-то на тюльпанчики не похожи. Какой-то непонятный растение. Или они слишком как-то... Оно посохло по краям, поэтому оно такой вид у него. Расцвело. Красиво. Они сразу раскрылись. И тут посадили эти, я не знаю, что за растения, кто знает, цветочки. А вообще запах красиво. Да, шикарный запах. Знаешь, чем пахнет? А? Чем? Там же настоящий, там же здесь какой-то искусственный, а там, там же сюда вот такие цветы, да? Да, да. Живых цветов. Красиво вообще стало так. Очень победа. Да, их по всему городу понаставили самокаты. Я не знаю, принцип их не аренды какой. Ты что, платишь и едешь? Ну то, что они валяются, не знаю, кто там за ними смотрит, не смотрит. Не знаю, мы за полчаса успеем пешком. Нам еще продукты забрать. За что, за апрель, да, или за май? Нам сказали, правда, вот, вот впритык. Сейчас мы пришли домой, и Ольга Александровна написала, что надо до трех срочно, дедушка вон сидит, забрать продукты. Ты предупреждаешь, что ли? Я смотрю, сколько нам идти. Сколько идти? 28 минут на план. Давай еще на красавчик посмотрю, Яра. Красавчик. Он сегодня лошадка, классно. Да, просто мы не снимали немножко. Да. Нервничал педагог. Ну, из-за того, что появляются оводы, это, и в принципе, она собака, говорит, да. Собака может прыгать. Из-за того, что ее может укусить вот эти мошки, оводы, она может дернуться. И если не держать, может быть, ну, травма, поэтому. Мы так немножко поснимали, а так... Максимальный контроль. В основном она контроль берет всегда на себя. Ну тогда был этот поводырь, который с девочкой. А максимальный контроль она. И она как она? У нас условия, если вдруг лошадь дергается или еще что-то, забирает она сразу его, да? А здесь тоже она, понимаешь, она тоже не знает, как здесь добры родители. Да. Ну как ты сориентируешься, сможешь, ты нет, все-таки лошадь, ты же ее не знаешь, как быть в таких. Ну ситуации. И как мы говорили, да, условия, что два человека обязательно еще помимо. Ну потому ее. Что вот мы были там, видишь, вышло два мужчины, пьяные причем, что они с уточками, с пакетами, махают пакетами, идут к лошади, какой-то пытаются ей яблоко пихнуть. Лошадь нервничает от этих палок. Да. Педагог им говорит, отойдите, а почему мы пока... Но они тоже понять не могут, вроде они хотят хорошее, а их прогоняют, да? Для них развлечение, а для лошади стресс, а как она поведет себя, это животное, это тоже, поэтому она... Ну, в общем, снимали не так, немножко. Ну да, вначале, да. И все. Ну ничего, главное, что он занимался. А Яра хорошо, да, Яра на самом деле. Главное, что он кормил. Очень классно, в принципе, у него все лучше и лучше получается. Да, он держится во всем. Если, конечно, не фионит, то молодец. Ну жарко было, у него голова похтела там вся, бедная. Да, вообще. Не знаю, как все лето, просто лето. Калужское лето, честно говоря, летом так же бывает. 26, сколько, 28 градусов сейчас. Бешеный жар. Поэтому сейчас троллейбусы там будет жесть тоже. Ну, он старый, он вообще, ну, честно говоря. Оба помоложе троллейбус. Не, просто по новее троллейбус у них в середине вот это место для... А это в конце. Еще бывает посередине это, заднего этого ставят, вперед ставят. Они какие-то все необычные, эти тюльпаны или от жары, они просто все... Они погорели от мороза. Ага. Они вышли в бутоны, и они просто промерзли, и поэтому они такой формы. А сейчас жарко, они сразу просто раскрылись по лому. Вон они все смотрят. Да, памятник нашему Кирову Сергею Мироновичу. Поэтому улица называется в его честь, наверное, все уже поняли. Все, ладно, мы побежали. Но ветер сильный. Да, а то я буду говорить ни о чем. Я вроде не
то, что ни о чем просто не слышно будет, потом же будет шум ветра у тебя. Ну, конечно, если Мила свои 5 копеек не встанет, это не будет, а не она. Поэтому я прекращаю. Ты просто скандалист стал потом, да, в этом? В соцсетях, а? Мороженое сейчас мы не будем брать, сейчас у тебя звонят. Муж типа снимает жену. Температура вон 27. Ну здесь 27, так вообще 29 показывает. Ну да, а здесь просто тенек немножко. Ага. Видишь, тенек. Вообще, ну вообще благодать, честно говоря, еще ветерок. Вообще шикарно. Мира.